Внимание, дисклеймер. Данное видео не рекомендуется к просмотру лицам младше 16 лет. Я тебя предупредила. Старый БДСМщик Терентий. А перед началом этого видеоролика настоятельно рекомендую тебе подписаться авансом на мой канал и поставить лайк под этим видео. Не понравится, все соберешь и уйдешь во свояси. Не буду затягивать и погнали. Всем доброго времени суток, ребята! Здрасте! Это я. И вы на канале старый БДСМщик Терентий, как было сказано в начале. БДСМные будни и прочее здесь будет отсутствовать, поэтому если ты пришел за этим или за сиськами, как пишут иногда мне в комментариях, то здесь их не будет, прости, за этим на другой сайт, на другой куда-нибудь. Короче, если ты за этим, тут чем природа наградил, то есть ничем, тем как бы и радуемся. Мы здесь зато играем в Far Cry 4. И я тебе напоминаю, лишь микрофон. Лишь микрофон. 20 сантиметров. Так завещал нам Андрей. Вот, поэтому мы слушаемся и 20 сантиметров всегда держим в кармане, хотела я сказать, под рукой. Короче, 20 сантиметров. Оно здесь, оно везде, короче. Мы с вами Far Cry играем. У меня что-то сегодня... Я уже третий раз сажусь записывать. Что? Детектив. Даже какая страна? А. Я уже третий раз сажусь записывать. У меня сегодня, короче, дурит камера. Я не знаю, что-то какие-то ад устраивает для какого эпилептика. Как тебе мой голос? Напиши. Очаровательный, я считаю, да? Прям такой... Ну, чувствуется, да? Ну, маме такая, да? Вот. Как будто я пью и курю лет с нуля. Короче, мы с вами... Я сажусь поближе к вам. Я чутка... Это... О-о-о-о-ой-ой, что происходит, ребят? Так, мы с вами идем. У нас есть задание. Задание есть у нас, кстати. Держу я тебя в курсе. Для того, чтобы открыть задание, нам нужно открыть карту. У нас с тобой есть что? Говорю громко, потому что авторское право. Есть Йоги и Реджи. Есть Хёрк и есть Амита. Амита? Где Амита? О, Амита. А, Амита. Мы с тобой куда пойдем? Куда ты хочешь? Куда, мой сладкий, хочешь сегодня пойти? Ответь мне. Я тебя услышу, 100% услышу. К Хёрку это опять в снега, да? Это опять эти мартышкин труд. Вот это самое надо делать, да? А, хочешь в снега? Или мы попадем, это дадим трендюлей Йоги Реджи, то, что они скинули в прошлой серии на арену Шанат. Куда пойдем? Ну, пойдем, наверное, куда? Думай, куда мы пойдем? Нет, нахер мы не пойдем. А, Хёрк, ты хочешь сказать? Хорошо, давай, пойдем к Хёрку. Хорошо. Хорошо, пойдем к Хёрку. И так, так, ну видишь, ты сказала и сделала. А вот, а там вот сейчас кто-то кричит там за тебя, что пошли к Йоге или там комиссия. Все поздно. Все поздно, потому что как бы Йоги и Реджи, они позже были сказаны. Я услышала только Хёрка. Поэтому мы с вами идем на Хёрка. Идем на Хёрка. На Хёрка. Смешное слово. Мы идем с вами... Что делать с Хёрком? Задание его выполнять, ничего мы с ним делать не будем. Вот. Поэтому мы просто ногами движемся к Хёрку. Вот. И все у нас будет хорошо. А, 709 метров. Забыла, как говорить. Вот. За все это время, пока я не снимала ничего, потом еще болела. Ой, это что такое? Смотрим. Смотрим. И не видим. А, хорошо. А чё ж хорошего-то? А чё ж хорошего-то? А хорошего-то ничего. А, кстати, вот есть на карте вышка. Она где? А это здесь вышка. Не, ну мне здесь не надо. Может, пойдем на эту колокольню? Звеним. В колокола позвеним.
потом на аванпост, а потом к Хёрку. А у меня здесь Дмитрий раздевается. Ладно. Оставим. Опа! 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 Подожди! Подожди, ты кто? Ладно, уехали. А где вообще что-то у меня? А, вот, на 4. На 4 у меня вообще что-то. Прям вообще. Огонь, я бы сказала, у меня на 4. Опа. Опа. Опа, парни. Я их сфоткаю. Парни. Заложники. Это парни с заложниками. Собаки. Снайперы. Это что за выступление такое? Я как вам должна их всех бить? Они ты глянь, какая сволочь. Избивает. Ну, я сейчас сделаю так. Нет, так я не буду делать. Опа! 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 Сделала все красиво. Ты в смысле не умер-то? Кто? Да, в смысле? Подожди. Опа! Все красиво было. Ой, немного это с привидениями всяких непотребств. Это кто? Это враг? Да? Ой! Минус 50 кармы. До свидания. Я знаю, что его надо куда-то везти, мне лень. Кого? А, себя? Я думал, ее. Громко? А, я вообще нормально, да, у тебя звук? Ой! Женщина, ты горишь! Женщина! Полыхает! Она умрет сейчас, да? У нее все нормально, да? Это по плану все. А, она не горит. В огне не горит, а в воде не тонет. Говно, не женщина, я так и поняла. Ага. А, ты не можешь умереть, пока ты не отдашь мне свои деньги. А, ты связан? Так ты не связана. Обманщица. Господи, что замахиваешься? Опомнилась. Дурак! Ты дурак! Медоед! Все в порядке. Все хорошо. Так, здесь есть грузовик. Что, на грузовике поедем? А кто нам запретит? Куда? Куда вы делись? Подождите. Вы пропали. Потому что я не нажала кнопочку. Кто-то едет там. Ой, порно с привидением. Извиняюсь. Так. Мы с вами едем. На фуре. Все хорошо, мы дальнобойщики. Куда? Опыт работы. Я сейчас пойду работать, подождите. Опыт работы-то не требуется, вы слышали? Я могу пойти работать на Пейганамину. Представляете меня, работающий на Пейганамину? Что бы я могла делать? Напишите в комментариях. Что бы я могла делать у Пейганамина? Так, только приличное пишите. Неприличное я сама и так знаю. А это документальная съемка. Легенда ночной Москвы. Горячая и страстная фея. Мечта всех мужчин. Ольга Кулешова. Она же Ляля Колобок. Она же Ольга Скороходкина. Она же Оля Пышка. Она же Матильда. Я бы, может быть, и не записывала сегодня видео. Может быть, я бы еще и лечилась бы дальше. Но давно не было сегодня. Давно не было видео. Ой, медоед где-то здесь. Ой, медоед, вот он. Надо скорее бежать. А то медоед придет. Жопу откусит.
А вот. Я даже сегодня Андрей написал, говорит, пойдем стрим делать вместе. А я говорю, какой стрим, я болею. И вот. Но серию я решил записать. Ну, на... Что за... Это что за... Это... А... Ай! А, ой. Что за... Магия. О чем-то я. Да. Вот. Говорим, какой стрим? Я болею. Ты что, у меня сопли, кашель, у меня все присутствует в моей жизни сейчас. Вообще, я богатая на эти вещи. Кому надо, обращайтесь, я скину. Это что-то за магия такая? Куда мне надо идти? Ну там же это самое, как ее? Там перегорожено все. Вот. Поэтому... Там, посмотрим. Может, на выходных. Мы с ним все-таки встретимся. Это что? Оно не это. Кого, меня? Зачем? Подожди. А, так... Ёлки-палки, это вы ты сейчас орал, наверное, да? Ой, как ты орал, наверное, сейчас. Ты, наверное, сейчас так орал. Спокойно. Спокойно. Я не была бы в этом так уверена. Абсолютно. Как я могу умереть, и главный герой? Ты хорошо подумал? Когда такой вообще хрень ляпнул. Ты вообще где? Ненормально. Ты нормальный. Ты, говорит, умрешь здесь и ушел. И что мне с тобой делать? Я как умру, если ты ушел? И что? А, и как мне? Я, конечно, дико извиняюсь. Если я сейчас упаду мужикам на голову, это будет вина этой колокольни. Да? А, подожди, может так? Не, подожди, не так. А как? Подожди. А я только что видела веревку. Слушай, мне повеситься осталось только. Так, ну хорошо. Не, ну я же не допрыгну. Оп! Конечно, не допрыгну. Конечно, не допрыгну. А что мне допрыгнуть? А, так может быть надо... Угу. Может быть я тупая? Как вам такой вариант? Ну, конечно, да. Ну, разумеется, здесь есть лазейка. Что-то мне вот это не нравится. Что-то происходящее здесь. Так. Ладно. Это стрелы. Нам не надо. Нам не надо стрелы эти ваши. А, подожди. А, нам надо сюда. Нам надо ломать. Ну, ломать не строить. Ломать не строить. Это, конечно, просто. Просто идем с вами... Дальше наверх. Ну, потом точно пойдем к Хёрку. Да, я знаю. Муж напоминает, что кошку надо кормить. Иначе она нам устроит здесь с вами серию. Она сама все возьмет свои маленькие рыжие лапки и запишет. Вот. То, как она орет здесь. Она тут уже пыталась орать, когда я первый раз пробовала записывать. Вот. Ее комментарии были... Излишне. Скажем так. Так, и куда же дальше? Ой, мамочки. О, лестница. Лестница, это хорошо. Я так посмотрела наверх, как будто у меня тут реально лестница. Колокола. Это какие-то дротики. Это какие-то... О, это мне не надо. А здесь аптечуля. Нет, у меня нет аптечек. Надо собрать 3 листочка и будет аптечка. Ой, я перепутала. Взяла, сломала, что с ним происходит со мной? Ограждение сломала. Танц, как всегда, да? Танцуй со мной. Завоевали еще одну колокольню. Нам, правда, никто отпор не давал. Там что-то внизу мужик по это выделывался. Оп, медведи дерутся. Нормально. Опа. Вот Дмитрий чайник вскипел. Так. Хорошо. Дмитрий, а ты нальешь мне чай? А я только села. Потому что я не могла записать.
Не знаю. Приготовлю. Ну ты же чайник поставил. Ты чай будешь пить, да? Мне можно тоже чай? Пожалуйста. У меня не хотела работать камера. Так. Все, я вернулась к вам. Какой здоровый Йорк. Вот он. Только здесь нельзя... А, у меня же есть костюм крыло, по-моему, да? Сейчас будет смешно, если я прыгну, а костюма крыла нет. Ну, давай. И... Оп! О! А... Парашют? Парашют? Чувствую себя белкой, а утягой, честно говоря. Можно, типа, парашют? О! Обычно подсказку дают. Но тут не показали ничего. Или сама вспоминай, как парашют открывается. Хёрк! Ты где? Итак, это Аджай? Я? Гейл? Хёрк, ага. Это я, чего тебе? Я пошел за другой статуей, меня не поймали. Так. Ну, то есть как? Меня таки поймали? Вытащи меня отсюда, чувак, я в плену. А как ты вышел на связь? Бонго второй. Да, я снабдил его радио. Радио обезьяна, оставайтесь с нами. Слезно просим, а двое засекли. Охренительный ты парень. Зов природы, отлично. Зов природы, ну пойдемте. Найдем. Вот это да. Найдем Хёрка. Вот это у меня сейчас в забу дыхание сперло. Поэтично, да, сказала? Так. Найдите Хёрка. Сколько мы с тобой? Мы 16 минут пишем, кстати, ты в курсе? Ай, кусты мои, кусты. Как я вас люблю. Трава моя, трава. Вам поулыбаюсь пока. Пока мы бежим, я вам поулыбаюсь. Построю глазки. А чё нет? Могу. Так. Вот в этом окошке, кстати, я симпатичнее, чем у вас там. Почему-то. Так, получается. Надо, наверное, настроить по-другому. Так. А чё-то... А где? Где Хёрк-то? Ой, где-то здесь. Найдите Хёрка. Окей. Я пока вижу колокольню впереди. Та-ра-ра. Ага. Та-ра-ра. Та-ра-ра. Та-ра-ра-ра-ра. Ой, ребят, простите, пожалуйста. Ой, не могу петь сегодня. Извините, концертов не будет. Где мой Хёрк? Ой-моё, а где я-то самое главное? Так. Где? Видите Хёрка? Подождите, кажется, вижу Хёрка. Да, это Хёрк. И мужик. И тигр. И еще. Зубогнище. Диснеевская принцесса, которая управляет животными. Еще зубогнище. Много! Дайте мне, я сделаю будыщ. А где котелок твой? А, вот он. Куда ты пошел, ты дурак? Я хочу тебя убить. YouTube не банит, это игра. Куда ты пошел? Куда ты пошел? Я даже так раздеваться стала. Ты не подходи так близко. Мужик, ой. Самопроизвольное оголение происходит. И чё, ты куда? Ты куда? Ты куда пошел? Остановись. Хватит. Пошел куда-то. Не, ну ты глянь. Ты глянь. Он куда-то пошел. Адекватный? Нет. Аж адекватный. Он пошел меня искать, в смысле. Он чует носом своим. Так вот, нюхает. Так. Ух, чую я. А вот. И идет.
на поиски моей жопы. О, глянь, он вернулся! Он вернулся, негодяй! Сейчас подожду, он остановится, я ему колено прострелю. Опа! Мужик. Не, вот этого надо в первую очередь убить. Мне не несут чай, я подумала, чай несут. Не несут мне чай. Опа! Минус котелок, отлично. Теперь ты, мужик. Ой, ты пьешь? Алкоголь убивает. Знал об этом. Я думаю, он не думал о том, что алкоголь убивает так быстро. Чё ты, мужик? Опа! Хорошо сейчас было. Ну чё, Хёрк, там есть еще кто-нибудь у тебя? Ой, мне несут мой чай. Не мужчина, мечта. Девочки, всем советую, но своего не дам. Ой, я тут немножко вам, да, позвеню кружечкой. Он горячий, я не могу пока его пить. Хорошо. Я не могу пить кипяток. Я понимаю, что моему горлу будет хорошо, но моему остальному организму будет плохо. Я сварюсь. Нет, я знаю. Так, хватит свои пантомимы вот эти вот показывать. Так. Не, я не буду пикировать, ребят. Я же как курица такая, просто вниз. Ой. 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 Ай, ой. Что происходит? Что здесь происходит? Кошка мурчит. Я думаю, что за звук странный. Так. И чё? А как тебе открыть-то? Йорк! Подожди, вот что? А! Странно. Ну ладно. А чё, кого? А, ну давай перезарядим. А у них здесь нет патронов? Ну, мало ли сейчас придется отстреливаться. Бешено. А мне нечем. А, о, что-то лежит. Опа, подрезали. А в доме что-то есть? Я слежу иногда за камерой. Если ты думаешь, что я на тебя смотрю, я смотрю не на тебя, я смотрю на камеру. Господи, теперь я Хёрка потеряла. Вот он. Перебейте оставшихся врагов. Давай возьмем так. Кого перебивать-то? А где хоть кто-нибудь? Кстати, зеленый листик здесь есть. Так, а кого перебивать-то? Никого нет. Алло? А враги выйдут сегодня? Или их мама не пускает? Как быть мне? Ладно, пойдем посмотрим. Может, я чего-то не понимаю. Может, я кого-то не доглядела. А, два листика, да, стоит. Где? А! Это ты, что ли? Притаился за камушком. Сейчас мы устроим ему инсульт жопы. Мужик вошел в кабана. Ой, кабан не в восторге. Вообще, да. Я все красиво сделала. Ну. Ой, ой, ты ой. Мне теперь тату, братан. Знаешь, мне жаль обезьянок, но эти тупицы и другим зверюшкам вредят. Ты хочешь спасти всех животных? Нет, только слона. Он заметный. К тому же, один спасенный слон засчитывается за многих мелких тварей. Ну, например, за 500 обезьян. Ты всех убьешь, а я освобожу слона. Мы идем с севера. Ой, они идут с севера. А север там. У меня есть на карте. Север. Сейчас я буду стрелять. С какого севера они идут?
Подожди, здесь есть пулемет. Я должна встать за него. На пулемет. О-о-о-о-о. О. Ой-о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 й. Ой-о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 й. Аж так потерялась, бедная я. Все? Все? Кошка куролесит. Ну я кошки достала, это греться. Мы с собой залезаем на Джамбо второго и сваливаем отсюда, нет? Размахивая пушками. Ты перепутала с утром? Джамбо второго? Нет, про Джамбо первого мы говорить не будем. Рано? Надеюсь, сейчас в лучшем цирке. Что? Забудь. Давай, ничего страшного. Веду, сегодня без дополнения будет. Откройте клетку со слоном. А Сюня? Мы спасаем слона. Ой. Будь другом, помоги. А? Ага. Вот так. Так, знаешь что, хватит с меня. Все норм. Убери бороду с моей шеи. Чувак, у этого слона на спине две жопы и четыре яйца. А ты так из-за одного члена разорался. Ну, как бы... Твой член меня не волнует. А вот борода колется, не тычи в меня. Извини, чувак, а с членом тебе нормально, да? Вообще норм. Его убери. Вопрос? Какой кошмар. Опа. Я думал, ты поведешь. Планы изменились. Опа. Ты ведешь, ты палишь, а я тебя вдохновляю. Ну-ка. Твоя тоже ничего, есть свой кайф. Что-то не то сейчас сказал, извини. Есть немного, да. Сбегите. Братан. А. Пушечное мясо впереди. Сейчас сделаем красиво. Опа, вообще нормально. Ой, слон горит. А, не, нормально, не горит. Тара-тара-та-тара-та-тара-та-тара-та-ра-та. Пацан! Кёр, куда мы едем? Вперед, наверное. Наверное? Чувак, это гипотеза. Ты физику в школе учил? 27. Еще враги, братан! Ой, зря! А кто-то там еще? Опа! Нету. Отлично. Ой, хорошо. Ой, да ладно, не ругайся. Ой, как хорошо. Пацаны, зря. Да. Ой. Ой, как хорошо. Хорошо летают. Держи патроны, чувак. Спасибо. А, так я стрелять могла, да? Серьезно? Я могла бы не рисковать. А, подожди, может зря я? Не, ну пока есть слон, то я могу слоном поиграть. Так, ой, ой, сейчас красиво летаете. Красиво летаете, пацаны. Как это, да? Как в той рекламе Old Spice, только там был мужик на коне, а мы на слоне. Вот я себя близко так же чувствую. Ой, какой ты крутой, большой, страшный. Я, да, я вообще с толком. Ой, куда ты? Куда? Ой, 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 ой. Сразу снился, закончилось его. Сразу увидел меня. Чё? Чё такое? Не хочет идти. Ну-ка, отсюда убрали. Здесь парковаться нельзя. Статуя где-то там, в пещере. Отлично. Отлично, идем. Опа. Ну-ка, ваше ограждение, ну-ка. Пляжа ушли быстро. Зря. Убийство слоном. Спасибо. Ой, зря. Ой, пацаны, зря. Опа.
Хорошо сейчас было. Хорошо летают солдаты Пейгана Мина. Люблю полеты солдата. Где-то... Ой, на сторону. Еще враги, братан! Красота. Так, носорог убежал. Я не очень хочу оставлять его в живых. Он может создать неопределенные неприятности. Сейчас, если я спущусь. Давай, уходи. Ну ты чё? Ну извини, но придется как бы. Ну потому что я сейчас спущусь, и он это самое упадет на меня. Черт, прям на жопу приземлился. Выживешь. Откуда тебе знать? Ты что, врач? Ты эксперт по вопросам выживания после падения со слона прямо на задницу? Да. Да хрен дам. А, так, надо пройтись. Черт, как же мне плохо-то. Ух, так, ну, вроде получше. Ну, нормально. Может, давай, я чапай. Может, и выживу еще. Да, вроде я живой. Все типа в порядке. Извини, был напуган. Ой, просто. Не мужчины, сказки. Сказки. Идеально просто. Что-то с чаем. Я за статуей, а тебе со всем этим дерьмом разбираться. С каким дерьмом? О! Пушечное мясо. Это я люблю. Опа. Нахер с пляжа. Опа! Я предупреждала, пацаны. Опа! С пляжа. Опа! Куда? Задание провалили мы. Ничего себе. Это мы ушли, получается, да? Провалили задание. Да я вроде недалеко ушла. Идеально. Салют. Это меня-то? Это меня-то? Или в этой ослане? Можно немного подробностей? Тара-та-тара-та-тара-тара. Ну давайте. Опа. Опа. Так, ну, ой, ой. Ой, слоник. Слоник помер, да? Вот это... Ни хрена себе. Слоник. Давай больше так не будем делать. Тара-та-тара-та-тара-та-тара-та. Я поняла. Подожди, где? Ой, мне носорог еще помогает. Нормально, мы с носорогом сейчас разрулим. Носорог вообще красавец. Так что? Пушечное мясо закончилось? Нет. Вы не даете мне пить чай, молодые люди. Давай. Ну ты чё? О, нормально. Носорог вручает. Носорог всех спас. Затащил. Животные в этой игре могут. Больше, чем я. Йо-ху-ху, да. Опа. Спасибо, Дамбо. Я пошла. Что-то у моего мужа кто-то стонет там, по-моему, в телефоне. Интересно. Эй, соусом не хочешь? Ай, привет! Вот это охрененная бадья старого доброго соуса! Ты с обезьянами разобрался? Ну, ты знаешь, со слонами у меня все ништяк. Но вот обезьяны, похоже, им нужно чутка больше внимания.
Обезьяны, они прям умные. Ну, никто же не снимает «Планету слонов» или «Джамбо Конга», или там «Царя слонов». Все сплошь про обезьян. В общем, как найдется последняя статуя, тут я им и устрою. Тату, братья, два, возвращение Хёрка. Давай. Ага. Да. Да! Что ты со мной? Вместе, навсегда. Родственные души, да? Вообще, огонь. О, это в природе, это не выполнено. Ой, ай, ой. Ну что, господа хорошие, давайте хорошего понемногу затыкаем, нанюхались. Я надеюсь, что мой блестящий лоб тебе понравился ровно так же, как и это видео. Если это так, то ты поддержишь его, в смысле лоб, шучу, в смысле видео, лайком. А также подпишешься на канал, если почему-то еще не подписан. Переходи по полезным ссылочкам в описании под этим роликом. Там у нас группа ВКонтакте. Вот такая штука. Интересная. Там сейчас кстати, много новостей. Там Телеграм мой тоже. Я там общаюсь. Жизненные всякие темы. Все такое. Вот. Бусти, если хочешь поддержать меня копеечкой. Но донатить мне, кстати, не обязательно. Лучше, если есть лишние мани, когда куда-нибудь ее в другое место задонатить. Вот. Наверное, это все. Огромное спасибо тебе за просмотр. Я пошла готовить мужу ужин, потому что место где? Правильно, на кухне. Увидимся с вами в следующих прохождениях, в следующих сериях. С вами была Лаванда Рэй. Это был Far Cry 4. И всем пока-пока.